Всем привет, вы на канале Maribel Info. Приехали на Пирс Банк в Хе. Сейчас возьмем билеты и поедем на остров сами. А вот и билеты. Нам еще отправление у нас есть. И билеты 60 голд, да? И обратно тоже 60. Итак, билетики у нас вышли 390 бат туда и обратно, вместе с парковкой. 60 бат получается в одну сторону, и парковка для байка 30, а для машины 50. До парома вас довезут в эти штуки. Вот так мы сели сейчас и едем. Включено в билет, да. Отправляемся на паром. Вот такой он небольшой совершенно. Зеленый в одну сторону, розовый в обратную сторону. Уже качает деревня Бангхе. Отсюда также ездят спидботы. А вон он, остров Самет. Вот лодочка поплыла на остров. Смотрите, получается, от пирса Бангхе здесь есть несколько выездов, и из разных мест курсируют разные паромы. Видите, сколько едет? Водичка, смотрите, какая хорошая. Сейчас мы расскажем вам, точно засечем, сколько времени, потому что на пароме всегда пишут, ну, определенное время пути, да, но здесь минут 20-30. Вот. Но по факту оказывается меньше времени. Мы сейчас засечем время и посмотрим, сколько мы ехали с пирса, получается, да, пирса на сами. Приезжает к основному пирсу на острове, и ехать, ну, где-то порядка 30 минут. Ваши дела? Hello! Как по-английски ваши дела? How are you? My name is Max. Приобщаются дети к английскому языку. Мы сюда собираемся не раз приехать, потому что тут много пляжей. Будем осваивать остров сами. Приехали на остров сами. Выходим. Вот она, знаменитая эта девушка. Мы сейчас вам все покажем. Красиво. Так, а что там внизу? Ну-ка, дайте посмотреть. А вон она, пирс Бангхе, отсюда видно. Вот такой колорит тут. Идем потихонечку в сторону транспорта. Тут ходят тук-туки. Сейчас покажем, сколько чего стоит. Тут вход 20 бат. Вход. Смотрите, на такси зеленом Сангтео цены такие отсюда. 30-40 бат, вот 60-70 на разные пляжи. И если вы одни едете, то второй прайс. Сплошные поборы. А когда приехали на пляж, за выход, короче, с парома 20 бат. И за вход на остров 200 бат. С нас по 200, дети свободно. Приехали сейчас к пляжу, решили перекусить, зашли вот в первую попавшуюся кафешку. Смотрите, какие улитки тут у нас соседствуют с нами. Брачный период у них. Да, брачный период. А мы сейчас вот взяли еды. Покажу вам сейчас. Здесь есть детская площадка, удобно очень, дети играют. А мы сели перекусить. И хочу показать вам цены на еду. Здесь готовят вот такой вот супчик разный, по 60 весь. Только вот этот вот нижний по 80 бат с яичками. И вот разные есть блюда на любой вкус, тоже цены 60-80 бат. С крабом получается уже 100.
вот такое кафе Sea Food. Смотрите на нашей карте. Карту мы всегда прикладываем в видео либо в конце, либо в серединке. Смотрите карту, все локации вам на карте отметим. Идем на пляж. Вот тут есть такие домики. Сколько стоит, смотрите под видео. Ну, неплохие такие домики. Я смотрю, даже есть чайник там внутри. И небольшая кухня. Хорошо тут, так уютненько. Тут только деревьев мало. Ну, растительность, песочек. Есть вот такие чайнички, где тоже можно набирать воду. Пройду здесь. Здесь уже попроще домики. Только спальни. И все, спальные только места. Зато с прямым выходом к морю. Красота. Вот он пляж, смотрите, какая красота. Красотища. Красотища. Идем купаться и проверять прозрачность воды. Идем в рай. Просто в рай идем. Кому не нравится, те отписываются. Кому нравится, те подписываются для того, чтобы узнать больше. Яма какая-то попалась. Яма. Яма. А так что это? From Russia? Russia. И Москва. Москва. Сейчас мы попробуем, как здесь вода. Не, ну как они? Я тебе говорю, они офонарили. И смотрят у меня, спрашивают по-английски, что типа провалился. Я говорю, да, яма, говорю, там вообще труба полная. Вода здесь, конечно, обалденная. Взяли байк в аренду, вот такой выдали нам контракт. И депозит мы оставляем. Сделали фотографию, а она себе эту бумажку заберет. Рекомендуем сделать также фото продавца и обязательно фото байка. Взяли байк за 250 бат. Окей. Thank you. Попкунка. Байк, короче, смотрите, потрепанный весь. И обязательно снимите его. Да, и проверьте тормоза обязательно. Бензина залила одну бутылку. Сказала, что нормально. Хватит. Напоследок идем пешком с пляжа Саекай до пирса на Дан. Ловите карту видео и сейчас покажем вам, как тут и что тут. Экскурсии вон разные на снорклинг, на острова, всякие магазинчики, кафешки, ресторанчики по пути. Цены, конечно, тут уже получше, чем на самом пляже. Но все равно выше, чем на материке. Есть комнаты в аренду тоже так же. По цене повыгоднее будет. Везде вот такие вот карты есть. Смотрите, вот перечень всех пляжей острова Самет. Вернее, это даже не все пляжи, но основные. На острове Самет очень много пляжей. Он такой вытянутый, длинный.
Здесь везде процветает аренда байков. Есть даже заброшенные байки. Видите, какие ржавые. И на них тоже ездят. Можно купить сувениры, сделать татушку. Все это welcome на саммит. Всякие вон платьюшки детские за 300 батов. Получается, все предлагается тут в ассортименте экскурсий. Разные варианты. На любой вкус, цвет и кошелек. В общем, смотрите, до пляжа доехать можно за 10 бат, а уже обратно цену задирают в разы. То есть видят, что туристы устали уже, им все равно хочется добраться быстренько обратно до пирса. И нас попросили 50 бат. Но идти тут 900 метров с этого пляжа. И потому мы решили прогуляться и посмотреть, что тут в округе есть. Такая, скажем, завершаюсь. Вот байк в аренду 100 бат. Но 100 бат это час. А на весь день вас попросят 500 бат. Овощи, фрукты, пожалуйста. То есть можно в этом райончике взять домик, и все тут будет под боком. И рядом пирс, недалеко до материка добраться, если уж на то захочется. Мне кажется, это удобный очень район, потому что остров длинный, и уже с того конца, с другого очень сложно будет добираться. Морепродукты вот ночью начинают продавать здесь на развес. Вот, собственно, мы уже почти дошли до пирса. Сколько мы идем? 2 минуты, 3. Так что можно, в принципе, после пляжа выйти, например, повкушать в кафешке в какой-нибудь. И потом пойти уже на пирс. How much? Juice. 50. Рыбку жарят в соли. Так же, как и везде, только втридорога. 50 в Паттайе, 25 батов стоит сок. Все, к пирсу уже подходим. Вон он уже, получается, оттуда мы приехали. Ну, в общем, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте оценки свои, понравилось, не понравилось видео, пишите. Если не понравилось, то обязательно отметьте, почему, что не хватает. Мы всегда рады подстроиться под зрителя. Все!